Добрый день, меня зовут Конопелькина Елена, я имиджмейкер, и это видео о том, как завязывать галстук. Один из самых простых способов, которым можно завязать галстук, это принц Альберт. С чего мы начинаем? Мы надеваем галстук таким образом, чтобы обратные швы были лицом к вам. Вы можете опустить галстук таким образом, чтобы этот узкий край располагался где-то на уровне вашей грудной клетки. Основную работу будем проделывать именно более широким концом галстука. Мы берем, накладываем более широкую часть скрестно поверх более узкой. Затем мы сгибаем более широкую часть под узкой и оборачиваем эту узкую часть. Один раз и второй раз. Потом этот широкий конец мы продеваем в эту петлю и завершающий штрих мы должны продеть широкий конец в петлю, которая была образована нами ранее. И у нас получился такой довольно симпатичный, чуть скошенный узел. Многие мужчины часто задаются вопросом, какой же длины должен быть галстук. Галстук не должен быть очень коротким. Он не должен располагаться выше вашего пояса. Также он не должен быть слишком длинный, то есть очень сильно перекрывать ваш пояс. Самая оптимальная длина, если галстук будет достигать уровня вашего пояса, или же закрывать пряжку до середины. Бывает так, что мужчины носят галстук таким образом, что более узкий край выглядывает из-под более широкого. Такого делать не стоит.